Всем привет! С вами компания Атра. Меня зовут Андрей, и сегодня мы находимся на фабрике аттракционов в Китае, на которой мы размещаем производство своих надувных батутов. Сегодня у нас на обзоре вот такой абсолютно белый надувной батут. В последнее время они стали популярны для аренды, для мероприятий. Их еще называют свадебные надувные батуты. В данном случае это достаточно большой размер, 5 на 5 метров. Вот, можно сделать свадебный батут в любом размере, с крышей, без крыши. Также можно сделать его не белым цветом, а любым другим. Часто используются пастельные тона. Вот, давайте посмотрим, как он, из чего состоит. У него горок нет, соответственно, он относится к степени риска РБ-4. То есть его не надо регистрировать, даже если вы его поставите просто в парке. Вот, у него есть прыжковая площадка, платформа, на которой можно прыгать, делать красивые фотки. То есть туда молодожены обычно заходят в белых платьях и красиво фоткаются. Также на этом батуте есть специальное крепление, вот видите, поверху, на столбах. Вот такие специальные крепления, чтобы за них можно было закрепить декорации. Например, воздушные шары, какие-то еще надувные декорации, которые придают дополнительный образ этому объекту. Вот, ну и, конечно, на всех наших батутах мы обязательно делаем в любом случае узлы креплений. Вот такой узел крепления. В данном случае здесь даже использована белая стропа для того, чтобы, ну, батут оставался абсолютно белым. Их идет несколько штук. Сзади у батута расположены рукава для надува аттракциона. Ну, то есть он, как обычный батут, работает на постоянном поддуве. Вентилятор работает постоянно, и батут держится в надутом состоянии. Вот, также есть клапаны на молнии для сдува, чтобы можно было быстро сдуть аттракцион. Тоже обращаю внимание, что здесь молния белая. Вот, все абсолютно белое, поэтому фотки получатся замечательные. Вот, ну и материал здесь используется 0,55, то есть максимальной толщины для надувных батутов, потому что на этом батуте будут прыгать не только дети, но и взрослые. Молодожены бывают разные комплекции, поэтому этот момент мы тоже учли. Вот, производим любые размеры, любые конфигурации надувных свадебных батутов. Это была компания Атра, с вами был Андрей. Подписывайтесь на наш канал и обращайтесь в компанию Атра за различными надувными аттракционами. Всем пока!